Источник бесперебойного питания SmartUPS Online SRC-1KI – это младший представитель линейки SmartUPS Online компании APC by Schneider Electric. Все модели этой линейки способны обеспечить качественным электропитанием нагрузки, чувствительные к параметрам питающей сети, в том числе к перебоям, даже исчисляемым миллисекундами. Это обеспечивается использованием технологии двойного преобразования, которая подразумевает постоянную коррекцию отклонений напряжения и частоты питающей сети, а также нулевым временем перехода на аккумуляторы. Среди отличительных черт SmartUPS Online, особенно полезных при низком качестве электропитания, очень большой диапазон входного напряжения, точная регулировка напряжения и частоты, встроенный байпас и корректировка коэффициента мощности. ИБП APC SmartUPS Online рассчитан на нагрузки до 1000 вольт-ампер или до 800 Вт. Выпускается он только в настольном варианте в корпусе башенного типа и не предусматривает подключение внешних батарей. Для повышения энергоэффективности источник может быть переведен в режим Green Mode. При этом входная сеть будет транслироваться на выход с задействованием системы Bypass при постоянном контроле по напряжению и частоте. И если параметры выйдут за заданные рамки, ИБП будет автоматически переведен в нормальный режим с двойным преобразованием. На передней панели источника расположен ЖК-экран с диагональю 5 см, два светодиода индикации и управляющие кнопки. Экран в графическом виде отображает уровень нагрузки и степень заряда батареи. Различные символы показывают текущие режимы, работу от сети или батареи, включение байпас или эко-мод, перегрузку, неисправность батареи или самого источника. Критические состояния дополнительно сопровождаются звуковым сигналом, который можно отключать, и красным светодиодом Alert. Крупными цифрами могут быть показаны числовые значения для целого ряда параметров: частота и напряжение на входе и выходе, нагрузка в вольт-амперах или процентах от максимума, уровень заряда батареи в процентах и напряжение на ней, ориентировочное время автономной работы при текущих значениях нагрузки и заряда АКБ, температура внутри корпуса. С панели управления можно задавать ряд параметров. Так, в зависимости от требований нагрузки, источник можно настроить на выходное напряжение 220, 230 или 240 вольт. Кроме того, можно посмотреть информацию о состоянии ИБП, включая записи о последних 10 событиях. На задней панели находится входной разъем для подключения к питающей сети переменного тока, три выходных розетки для нагрузок, все с батарейной поддержкой, порты USB и RS-232 для дистанционного управления и мониторинга, колодка аварийного отключения и ПО. Там же имеются шток автоматического предохранителя и слот для подключения дополнительных модулей, закрытой крышкой. Ярким желтым цветом выделяется извлекаемая перемычка, используемая для отключения батареи при хранении и транспортировке. В источнике APC SmartUPS Online используются две последовательно включенные свинцово-кислотные необслуживаемые батареи с номинальной емкостью 9 ампер-часов. Они расположены в левой части объема шасси. В правой части находятся платы электронных блоков. Силовые компоненты смонтированы на алюминиевом ребристом радиаторе, а для лучшего охлаждения используется вентилятор, создающий поток воздуха от лицевой панели к задней стенке, в которых предусмотрены вентиляционные отверстия. Включенное в комплект поставки программное обеспечение PowerShoot Business Edition обеспечивает корректное автоматическое завершение работы сетевых операционных систем, а также дистанционное управление источниками и мониторинг их состояния. Бесплатная версия ПО позволяет в локальной сети оперировать с 5 узлами, то есть источниками и подключенными к ним нагрузками, а за доплату доступна версия, работающая с 25 узлами. Таким образом, ИБП линейки Smart Online можно рекомендовать для любых сфер применения, где затраты на качественное электропитание будут окупаться постоянной работоспособностью подключенного оборудования.